Фонд развития гражданского общества представил 13-й выпуск рейтинга эффективности губернаторов. Эксперты фонда отмечают, что глава Чувашии улучшил свои позиции на 2 пункта. Михаил Игнатьев сохранил позиции во второй группе. Высокий рейтинг и занимает вместе с губернатором Брянской области 32-33 места. Среди глав регионов ПФО Михаил Игнатьев занимает 5-ю позицию. Методика рейтинга построена на основе 5 тематических модулей. Объем валового регионального продукта, его объем на душу населения, динамика промышленного производства, уровень средней заработной платы, а также соотношение зарплаты к стоимости потребительской корзины.